Всем привет! Рады приветствовать всех на фестивале PÖFF Black Nights. Я Александр Запороченко, режиссер фильма «Где ты, Адам?». Я продюсер фильма «Где ты, Адам?». Как имя? Зовут меня Aleksandr Plyska. Мы очень рады показать наш фильм на фестивале. Мы благодарим руководство фестиваля за такую прекрасную возможность показать международной общественности наш фильм. Нам очень важно это, потому что тот мир, который открыли перед нами братья монастыря, о котором мы рассказываем в фильме, мы хотим показать и открыть этот мир, мир Афона, открыть этот мир для людей, которые находятся за пределами Афона. Это очень... очень важная для нас, ну скажем так, миссия в какой-то степени. Мы хотели бы, чтобы как можно больше людей посмотрело этот фильм и ответили сами для себя, ответили на тот главный вопрос, который мы ставим в фильме «Где ты, Адам?». Не бойтесь того, что это документальное кино. Это кино для любого человека, который задает себе вопрос, откуда, куда и зачем он. Этот фильм несет в себе добро, свет, позитивное настроение, ознакомление для многих с некоторым пластом человеческой культуры, с которой он не был знаком. Монашество, хотим мы или не хотим, это часть человеческой культуры, вот уже 1500 лет. И мы приоткрываем завесу этих людей, зачем они там этим занимаются, чем они живут. Но те глубинные вещи, которые озвучивает главный герой фильма, они близки каждому человеческому сердцу, каждой человеческой душе, которая ищет смысл своего бытия. Фильм позитивный, не нагружающий и отвечающий на многие вопросы. Спасибо. Еще хотим добавить. Что? Думаю, что сказать. Я скажу со своей стороны, что уверен, что... мир нуждается в этом фильме. Мир, который сегодня движется, как некоторый корабль, в туманный океан с техническим прогрессом. Меняется поколение. И даже, например, сегодня вряд ли кто может прогнозировать, каким будет следующее поколение людей. Но фильм несет в себе глубинные вещи, в которых нуждается сегодня человечество и нуждаются многие-многие люди. Это фильм погружения, это фильм путешествия. Мы приглашаем всех вас, кто хотел бы отправиться в путешествие на Афон. 80 минут, поверьте, пролетят для вас незаметно. 80 минут красоты. 80. Вы можете в этом фильме умереть и воскреснуть. В этом фильме вы можете быть пострижены у монахи. Это все будет происходить как будто с вами. Этот фильм снимался на территории, где вот уже 1000 лет не ступала женская нога. Вы можете туда отправиться совершенно в полном смысле этого слова. И вместе с монахами Святой Горы пережить их бытие, их мысли, их жизнь, их устроение, их настроение.